Парни напористые и энергичные, девушки нежные и утонченные. Крымско-татарский танец хайтарма – символ вечного движения жизни. Без этого танца не проходит ни один концерт в Крымско-татарском драматическом. Крымско-татарский театр уникален не только в Крыму, но и за его пределами. Это единственный в мире театр крымских татар. Здесь на протяжении многих лет ставят яркие номера. Концертная программа «Ойная хулеек» города Сепа-Суриек, посвященная открытию нового сезона, не стало исключением. Ярко, празднично и колоритно были всеми любимые народные песни и зажигательные танцы, красочные национальные костюмы. Работа нового руководства оправдала ожидания зрителей. Лучшие традиции театра сохранены. Концерт музыкала. Эта концертная юмористическая программа была подготовлена за короткий промежуток времени. Я думаю, наш труд народ оценит, им все понравится. Искрометный юмор, веселые ситуации, замечательная игра актеров. По-философски глубокий и при этом понятный текст анекдотов. Зрители благодарят артистов за хорошее настроение. Улыбки с лица не сходили на протяжении всего концерта. От души насмеялись и сердца открылись. Впечатление очень хорошее. Не пропускаем ни один концерт. Нам нравится, приходим, радуемся. Очень понравилось. Артисты хорошо играли, и даже новые молодые. Огромное спасибо. На концерте выступили артисты балета, оркестра, а также Эшеф Ягяев, Асамбилялов и Ильяс Абдулькадыров. По словам художественного руководителя, коллектив ждет работа, ведь эта концертная программа задала лишь старт новому сезону. А впереди еще много планов и задумок. Впереди нас ждет фестиваль, который пройдет в Оренбурге, а после 2 октября начнем работу над двумя новыми спектаклями. Работа над первым уже началась. В дальнейшем в планах постановка еще одного спектакля. Он пройдет в формате фестиваля. Концерт прошел при полном аншлаге. И, судя по долгим рукоплесканиям в конце премьеры, всем очень понравилось. Наджи Исаева и Асан Зивадинов, телеканал «Миллет».